Компактная кофемолка с прозрачной крышкой стакана. В этом видео мы распакуем кофемолку от производителя StarWind, модель SGP-3612. Она поставляется в комплекте с крышкой и пользовательской документацией. Устройство имеет стальной корпус цилиндрической формы, сужающийся к верхней части. Кофемолка компактная, не займет много места на кухне. Сверху расположена прозрачная съемная крышка-стакан. Зерна для эспрессо можно взвесить прямо в ней. Мощность модели в 200 Вт позволяет за раз перемолоть до 60 граммов зерен. Система помола представлена ротационным ножом из высококачественной нержавеющей стали. Для работы необходимо удерживать кнопку питания, расположенную на корпусе. Степень помола зависит от времени измельчения. Если хотите получить крупный помол для френч-пресса, отпустите кнопку пораньше. Завариваете кофе в турке и хотите получить мелкий помол, подержите подольше. Чтобы не перегревать устройство, лучше работать короткими интервалами. Производитель предлагает использовать кофемолку не только по прямому назначению, но и измельчать в ней специи, сушеные травы и даже орехи в небольшом количестве. Что в итоге? Кофемолка StarWind быстро и равномерно измельчит зерновой кофе, сухие специи и орехи и не займет много места на кухне. А для безопасности здесь предусмотрена защита от включения без крышки. Это простой недорогой вариант для ежедневного домашнего использования.